А у нас сегодня кошка родила троих котят. Котята выросли немножко и в гости очень уж хотят. Немного перефразировав детское стихотворение, скажем, в каждом доме должна быть нет не соковыжималка, а животное. И тут у всех вкусы разные. Расскажу, чем очаровали британы. Британские кошки – это уменьшенное представление о самых больших представителях семейства кошачьих. Хотя по размерам среди кошек они уступают только мейн-куну. Большая голова и статное тело и симпатичный плюшевый мех. Животные с ярким индивидуальным характером, приласканные и обученные в детстве, они, ну, по крайней мере из этого питомника, не агрессивны, ласковы и умны. Процедура пузочесания привитая с детства, и это значит, что котята знают человеческие руки. Эти животные приучены к разнообразной пище и туалету. Британских котов и кошек всегда приятно получать в подарок, и от него ждешь и получаешь максимум удовольствия. Это полноценный член семьи, который может и путешествовать, и вести, как ни странно бы ни звучало, домашнее хозяйство. К сожалению, рано или поздно, но все заканчивается. Но вы сможете продлить жизнь питомца, просто стерилизовав его. Затем уже используйте чистую воду и грамотные корма, и ежегодно прививайте его качественными прививками. Но самое удивительное, что британы умеют и улыбаться, и разговаривать. И вот рассказ одного из них под названием «Кошачья жизнь».